гололед, обычно все равно срабатывает инстинкт самосохранения, и люди падают у нас вот так. Как правильно оказать помощь при переломах и что нужно делать до приезда скорой? На форуме добровольцев для ребят провели интерактивное занятие. Когда человеку становится плохо, когда человек теряет сознание или есть какое-то ранение, что должен знать и уметь делать каждый человек, вообще каждый волонтер? Потому что волонтер в первую очередь должен оказать первую медицинскую помощь. Анастасия увлекается медициной, в будущем хочет стать врачом. Волонтером стала год назад. Именно активная жизненная позиция и ответственность – важные качества для добровольца, уверена участница форума. Мне здесь очень нравится. Это какая-то личная самореализация, помощь людям. Это, безусловно, внутренне тебя это успокаивает. Тренинги, мастер-классы, а еще общение с интересными спикерами. Форум дает возможность не только познакомиться, пообщаться, но и рассказать о своих проектах. Одна из тем – профориентация через волонтерство. Уже многим помогла найти свое призвание. Их ждут впереди очень познавательные лекции, общение, дружба. На 2 дня они будут у нас заняты, и какие-то лекции будут проходить очень полезные, именно что касается волонтерской деятельности. И вообще образовательные курсы будут. Я ожидаю очень много интересного опыта, который мне понадобится в дальнейшей волонтерской деятельности. И вообще я пришел сюда также повеселиться. Более 50 волонтеров со всего округа посетили форум. Кстати, он проходит уже в 3-й раз. Новые цели ребята поставили. Из ближайших – подготовка к акции к 8 марта. Вам, любимые. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».